Вопросы взаимодействия в торгово-экономической, водно-энергетической, транспортной, а также культурно-рекреационной сферах Садыр Джапаров обсудил с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Как сказал Садыр Джапаров, в короткие сроки необходимо организовать заседание Кыргызско-Узбекской межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству. Президент отметил позитивную динамику во взаимной торговле, которая сохранилась, несмотря на мировой экономический кризис. Садыр Джапаров положительно высказался о создании Кыргызско-Узбекского делового совета, который станет новой платформой для углубления экономического партнерства. Садыр Джапаров также предложил создать совместное предприятие в Кыргызстане по производству лекарственных препаратов, медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. Абдулла Арипов, в свою очередь, подчеркнул добрососедские отношения с Кыргызстаном. Он выразил полную готовность претворить в жизнь все договоренности, достигнутые на исторической встрече глав государств, отметив, что узбекская сторона может в любое время посетить Кыргызстан для проведения заседаний межправительственных комиссий.